Самарцам предоставили возможность экстренно эвакуироваться из Америки на частном самолете. Такое предложение появилось в бизнес-профиле деловой авиации в Самаре. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в США и закрытия границ между странами попасть на родину для наших соотечественников становится проблематично. Частный самолет рассчитан на 10 человек. Рейс Бостон-Самара запланирован на 18 апреля. Так как эта услуга уже пользуется популярностью, авиационная чартерная компания планирует сделать еще несколько рейсов в другие города России. Все самолеты будут заходить на посадку в Шереметьево, где пассажиры пройдут таможенный и вирусный контроль, а затем они уже полетят к городам назначения. В эти сложные для наших соотечественников времена мы решили, что наш опыт и наша квалификация позволяет в оперативном порядке организовать огромное количество срочных, ранее незапланированных рейсов для эвакуации граждан России, Украины, Белоруссии из мест, где они находились в туристических поездках, по делам, лечении, либо еще где-то.